Насладиться свежей выпечкой теперь можно и в самой Шише. Там заработал первый хлебобулочный магазин. Закупкой необходимого оборудования для производства хлеба и кондитерских изделий помогли в агентстве развития малого и среднего бизнеса. Находится производственный участок около Шушинской мечети. Ежедневно тут производится 8 тысяч хлеба и кондитерских изделий. Работает пока 6 человек, но в последующем планируется увеличить производственную мощность и ассортимент продукции. Производится продукция на основе экологически чистого и органического сырья с учетом новейших технологий.